Всем привет. Вот в аквапарке с дочкой. Радостная. Аквапарк здоровый, ребят. Сейчас очень здорово. Банановый рай, что он называется. Короче, здесь много горок. Я буду тут делать. Ладно. Пойду за дочкой смотрю. Всем пока. Отец для девочки – это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его не надо искать. Он любит без всяких условий. Правду говорят, что когда у мужчины рождается сын, мужчина становится отцом. А когда рождается дочь – папулей. Лучше третью налейте, налейте. Дочка осталась довольна. Так красиво здесь. Очень много горок. Если бы не дочка, я бы сейчас накатался. Но я нигде не попробовал, только дочка. Потому что все ради нее.